популярны вечера классической музыки. Классическая музыка в Воскресенском районе стала уже давно привычным явлением. Но в этот раз Содружество музыкантов «Сад музыки» представил в Центре культуры и досуга не совсем обычный концерт. Сегодняшняя наша музыкальная встреча происходит в особенное время. Это время Великого Поста. И, конечно же, это время, в это время не всякий репертуар будет уместен. Репертуар выступления составила музыка эпохи барокко, авторство Иоганна Баха, Джованни Перголези, а также некоторые произведения известного советского композитора, автора множества музыкальных мистификаций Владимира Вавилова. И, конечно, все уже привыкли, что любой концерт «Сада музыки» не обходится без гостей. В этот раз впервые в Воскресенском выступал диакон Дмитрий Коростелев, профессиональный пианист, который успешно совмещает музыкальную деятельность и церковное служение. Отца Дмитрия особенно порадовала воскресенская публика. Люди приходят, профессионалы, слушают. Конечно, они тоже благодарны, да, все понятно, но здесь какое-то особое ощущение такое, очень теплое приема, то есть люди вот все сердце как-то. В выступлении также участвовала певица Мария Шахбазян, сопрано. В ее исполнении прозвучали классические арии. Аплодисменты зрителей лучше всяких слов говорят о том, нужны ли такие концерты.